С астрофизикой, но то, что я увидел, вот как передо мной создается вот этот космический мир, просто было феерическое зрение. Плазменный кристалл. Эксперимент с четвертым состоянием вещества, плазмой. Такого не увидишь на Земле. Оказывается, плазма на самом деле не жидкая. Она имеет кристаллическую решетку. Это стало понятно после экспериментов невесомости и перевернуло представление ученых о том, что такое четвертое состояние вещества. Оказалось, что пылинки, вот эти, которые оказываются внутри плазмы, они заряжаются, начинают отталкиваться друг от друга. И когда у них есть ограниченный объем, они занимают то пространство, которое им отведено, отталкиваясь друг от друга во все стороны, что-то похожее на кристаллическую решетку. Вот эта вот черная бочка. На орбите этот эксперимент похож на земной. Но только в вакуумной камере не искусственный, а настоящий космический вакуум. Для обработки результатов используется мощный компьютер. В этой камере, похожей на черную бочку, создается плазма. В плазменную среду вводятся пылевые частицы микронных размеров. Это вид той вот черной камеры изнутри. Вот эти микрочастицы. И сейчас потихоньку начинается уже процесс кристаллизации. Все, что происходит внутри, фиксируют видеокамеры. Специалисты на Земле будут получать картинку вот именно вот этого кристалла и наблюдать за процессом кристаллизации, то есть то, что будет происходить вот в этой черной бочке. Данные оказались совсем не те, которые ожидали. То есть ожидали более-менее равномерную структуру кристалла, а в этой структуре внутри образовывалась полость. В процессе эксперимента мы это дело наблюдали, рассказывали, что мы видим на Землю. Земля ломала голову, говорила, такого быть не может. Потом один из ученых, вот, кстати, как раз института Макса Планка, говорит,